Решение убрать выделенную полосу для общественного транспорта принято городской комиссией и по рекомендации ГИБДД. Сегодня же на Орджоникидзе появились новые знаки, запрещающие парковку по обеим сторонам улицы, чтобы исключить парковку транспорта и избежать снижения пропускной способности. Мы все помним, как раньше было, что елочкой парковался автомобильный транспорт, начинала задом выезжать, соответственно, останавливалась улица Орджоникидзе. Ну, результат знаете, что пробка тянулась вдоль улицы Несербского, выходила туда дальше на Конституцию. Будут действовать знаки 3.27. К 22 июня будут демонтированы все знаки, будет проведена демаркировка букв А, нанесенной разметки. И, соответственно, постановление вступит в законную силу.